Здравствуйте, уважаемые игроки! С вами канал LalexPro, игра ФК Арена. И в этом выпуске мы проведем обзор прохождения героев арены, или же испытания героев арены для нового героя Пипы. Кстати, тема такая новая есть, да, такая типа «Белка Пипа». Ну что ж, заходим в испытания арены. Чем примечательны эти испытания? Ну, во-первых, то, что здесь всегда фиксированная такса, да, по призам. Для всех героев это понятно. То есть 60 элитных камней героя, это, скажем так, очень-очень приятно. Что же здесь есть, что здесь нам нужно делать? Выполняем 12 боев, то есть проходим 12 боев и получаем 12 наград. Тогда откроется проход к главному сундучку, где и будут находиться 60 элитных камней. Примечательно здесь еще то, что все бои здесь идут без всякого рандома или же логических схем, там да, нет, или да, то есть здесь все идет чисто линейно. То есть поставили определенных героев в определенной раскладке, урон будет копеечка в копеечку одинаков, поэтому можно использовать готовые раскладки. Ну вот, к примеру, первый бой катаем на такой вот раскладке, там моя личная, так сказать, схема. Прокатывает очень хорошо, то есть да, здесь можно протестить чисто героя как универсала. То есть Пипа это такой боец-универсал, маг с отличным уровнем разрушения, прохила и контроля. Но есть также и некоторые негативные моменты, но о них можно, так сказать, и умолчать. Укунчик. Сейчас вообще будет битва за Укуна и за Флору. Ну, то есть и после обновы. То есть все выкачивать станут их на 5 звездочек, потому что очень интересные становятся персонажи. Да, действительно выгодные. Итак, где же брать эти раскладки? То есть, да, можно проходить прям вот париться, каждый бой там выдумывать. А можно использовать просто-напросто вот такую вот готовую раскладочку уже. То есть ребята постарались, то есть смотрите, как они сделали. Они немножечко переделали здесь этот бой, да. То есть мы играли чуть-чуть другими командами, но в целом также результат был достигнут. То есть просматриваем все вот эти раскладочки, подбираем вот под себя эти команды и спокойно проходим. То есть события проходятся примерно за 15 минут, то есть зная эти самые раскладочки. Раскладочки будут находиться в группе ВКонтакте, ссылочка на группу в прикрепленном комменте и в описании к этому видео. И в сообществе на YouTube-канале также выйдет отдельным колокольчиком, придет оповещение. Ну что ж, друзья, а на этом пока все. Если вам понравилось это видео и информация стала для вас полезной, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы, пишите их в комментариях и в нашей группе ВКонтакте. Пока-пока и до встречи в новых выпусках.